14 февраля – день, когда влюбленные ждут подарков друг от друга. А какими они их видят, сейчас мы у них и узнаем. А что хотели бы получить больше всего в этот день? Цветы. Цветы? Да, для женщины цветы нужны. Ну, а может быть, что-нибудь из драгоценностей хотелось бы получить? Драгоценности? Ну, в принципе, у меня все есть, но это тоже не помешает. Хорошо, а с чьей стороны должно больше исходить внимание в этот день? От мужчины к женщине или наоборот? Или это обоюдно? Это же день влюбленных, вроде бы оба. Это должно быть обоюдно, отношение двух людей, как бы. Поэтому обоюдное решение должно быть и уважение. А что предпочитаете дарить девушкам? Ну, как обычно, виски там, что-нибудь такое, чтобы вместе культурно так отдохнуть. Ну, то есть для вас День влюбленных – это обоюдный праздник для двоих? Конечно, конечно. Цветочки, тортики, ну, как положено. А вообще, по желанию, у каждого своя влюбленная, и ты уже знаешь, что надо покупать. Ясно. Но самый дорогой подарок, который вы бы сделали на День всех влюбленных? Автомобиль. Да. А что бы вам хотелось бы получить в День влюбленных? Это же обоюдный праздник. Девушка же тоже, видимо, должна. Я как-то не задумываюсь. Обычно так, к себе отношусь, так, никаких требований серьезных там не предъявляю. У нас есть это Петра и Февронии. Вот мы должны отмечать именно наш славянский праздник. А это уже не наш праздник, это вот католический. Поэтому и тем более День влюбленных, это же это Валентин. А Валентин, он вообще грешник. Ну, так что почитайте о нем и узнаете. Ну, кто должен дарить его вдвоем? Вообще, по идее, они как бы взаимность должна быть. И это, если они друг друга любят, значит, они как бы должны обменяться подарками. А что бы вы хотели получить бы вот в День влюбленных? Ну, я лично не знаю такого, чтобы... Как вы считаете, кто должен дарить подарки в этот день? Парню, девушкам, девушке, парням, либо же обоюдно, поскольку это День влюбленных? Ну, День влюбленных же само за себя говорит, обоюдно. Просто многие девушки считают, что парни им должны дарить подарки, все, а девушка лишь свое внимание. Ну, это плохие девушки, значит, такие. Ясно. Что бы хотели получить на 14 февраля от любви? А девушки свои? Да. Да я не знаю, какой-нибудь подарок, вообще просто поздравление. Даже, получается, для вас больше важно внимание, нежели подарок. Конечно, конечно. А что девушка от вас ждет, может быть, знаете? То же самое, внимание. Хотя его хватает, в принципе. Но... Внимание, видимо, подкрепленное цветами. Конечно, цветы, само собой, там. И подарочек какой-нибудь. Кольцо, может, что-нибудь такое. Цветы, кольцо самое оптимальное. Кольцо, если не было предложения, может быть, она воспримет как предложение? Предложение ей? Да. Не, еще рано. Не знаю, цветочки. Кроме цветочков, может быть, есть какое-нибудь глобальное желание? Все-таки праздник любви. Ну, какие-нибудь ювелирные, может, украшения. Ну, то, что все девушки хотят. Ну, то есть особенно каких-то предпочтений у вас нет? Ну, нет. Может быть, машину хотите или iPhone 13 Pro Max? Жирно. Не, ну, если будете ждать, как вот, допустим, какое-нибудь кольцо или предложение от молодого человека, он дарит вам Рафаэлу и цветы. Ну, не знаю. Главное внимание, мне кажется. То есть для вас тоже главное внимание, нежели подарок? Да. Ну, это подарок не столь важен, главное, что как человек к тебе относится. Чтобы человек просто пришел ко мне. Да. Это будет главное. Не важно вообще ничего. Что хотят получить влюбленные друг от друга, мы с вами выяснили. Ну а что они получат, мы узнаем немножечко попозже. Продолжение следует.